Это Айбек. Он получил визу в США и уехал на лечение. Это Кубаныч. Он отвез семью на отдых в Майами. Это Айгерим. Она учится в Чикаго. Это Телек. Он поехал в Америку на соревнования. Полгода назад они не знали, что смогут оказаться в США. Форумы и мошенники только отдаляли их от заветной цели. Но родственники из Америки посоветовали обратиться в визовое агентство «Визаход». Профессионалы из «Визахода» помогли выбрать подходящий тип визы, заполнить анкету и подготовить нужные документы. Получить визу в США оказалось легко. «Мы 10 лет делаем визы клиентам из Кыргызстана и завоевали безупречную репутацию». Получите бесплатную консультацию по визе в США прямо сейчас, в WhatsApp, по телефону или в офисе.